птицы фабрика «Акашевская» приглашает. 9 августа. Патриаршая площадь. Гриль-пати. Ставим рекорд Гиннесса. Жарим 2014 куриц-гриль. Соревнования по поеданию крылышек. Шашлычный баттл. Вечер завершится концертом группы Любэ. Мы ждем тебя. Гриль-пати. Надежный партнер Россельхозбанк. 8 августа ТВ и радио на Патриаршей представляет 3-й городской фестиваль фейерверков. Диджей-баттл, лазер-шоу, супер-фейерверки и хедлайнер праздника диджей Демид Резин. ТВ и радио на Патриаршей. Мы дарим праздник. Генеральные партнеры праздника. Официальный дилер Nissan Premier Auto, Сбербанк, Мегафон, Агрохолдинг Акашево и цифровой гипермаркет «Матрица». Ну а в эти минуты в новом культурном центре «Шкралы» у стен здания нашего телерадиоцентра в разгаре большая праздничная программа. Медиахолдинг ТВ и радио на Патриаршей совместно с друзьями-бизнес-партнерами проводит 3-й городской фестиваль фейерверков. Праздник уже стартовал. По периметру площади установлены тематические площадки как для взрослых, так и детей. С минуты на минуту начнется Open Air с участием модного диджея Демида Резина. Сейчас на Патриаршей площади работает наша съемочная группа. Слово Константину Терехову. Костя, добрый вечер. Далее, добрый вечер. Праздник у нас в разгаре. Зрители все приходят и приходят. И их будет еще больше непосредственно к фейерверкам. Радует, что сегодня нас не подвела погода. Напротив, легкая облачность сбила тропическую жару, поэтому всем сегодня будет комфортно. Рядом со мной Александр Курмузаков, руководитель холдинга ТВ и радио на Патриаршей. Александр Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Как видим, праздник набирает обороты. Да, предполагалось, конечно, именно так, такой сценарий, когда сначала приходят самые юные йошкар-олинцы и те, кто приехал на этот праздник, потом люди постарше, и потом уже, так сказать, все семьи объединяются, и семейный праздник в таком полном формате продолжается. Именно сейчас как раз вот эти семьи наши объединяются. Я полагаю, что самое главное, что вот эта тропа через мост, на котором мы стоим, к Патриаршей площади, она становится таким местом традиционных прогулок и традиционных праздников для жителей Йошкар-Олы. И в канун дня рождения это особенно радостно видеть, что мест, где, что называется, отдыхаешь душой, становится в Йошкар-Оле все больше и больше. Ну, а благодарность за этот подарок, мне кажется, нужно обязательно сказать спонсорам, которые сделали все, чтобы программа была насыщенной, разнообразной, на все вкусы, на все возрасты, на любые предпочтения. И чтобы, в общем-то, праздник действительно становился ожидаемым и традиционным для Дня города Йошкар-Оле. Александр Николаевич, большое спасибо. А я напоминаю, что начало огненной программы сразу после 9 вечера. Поэтому у вас еще есть время прийти. Если же времени нет, то вы можете смотреть нашу прямую трансляцию в интернете на сайте tvregion12.ru. Также прямой фотоотчет в нашем инстаграме. Наш аккаунт tvregion12. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.